Вы узнаете этого парня? Андрей Губин. Да, это певец Андрей Губин. Куда-то он исчез. Уже давно не слышно о нем никаких известий. Куда же пропал Андрей Губин? Может, он скрывается в Калмыкии. Калмыкии. А может, Джерси. Джерси. Или Македония. Солнечный. Македония. Да. А может, Лос-Алтос. В Лос-Алтосе. Где же скрывается наш Андрей Губин? Давайте поищем, где же он. И помогут Астерикс и Обеликс. О, да. Ну, Астерикс, знаешь, где этот Губин? Я знаю. Не знаю, смотрю, не знаю. Как его искать? О, у меня идея, Астерикс. Пройдем по книжкам. Найдем подсказку, где этот Губин находится. Да. Не только мы, но и других звали. О, ну хорошая идея. Давай начнем с азбуки. Такс. Так, а какая синяя азбука, да? Кузька. У тебя синие штаны. Так что Обеликс азбуку выучит. Уже Обеликс первую букву угадал. Ну, идем дальше. Джин. О, Джин подсказывает, что Губина нужно искать в Джерси. Первый балл. Мамонтенок. Так. Мама. Потом поохотимся на мамонтов. Эль. Леопольд. Та-та-та-там. Так. Ну вот. Видишь, как интересно. А теперь другие пусть пройдут по всем этим книжкам и ищут подсказки. Том и Джерри. Ну, Том, Джерри, вы прям как, ну, погоди. Только мы русская версия, а вы американская, диснеевская. Мы не диснеевская, мы из Warner Brothers. А, даже так. Круто. Давай я вам помогу. Каток. Дорога. Дорога. Ёлки по дороге. Спасибо, Джер. Второй балл. Мотоцикл. О, может, он на мотоцикле по Македонии ездить. Первый балл. Лодка. Или плывет на лодке. Лос-Альтос. Первый балл. Ну да, много всяких вариантов, где бы мог оказаться Андрей Губин. Ну давайте поищем дальше. Персонажи из Губки Боба. Сколько нас? Шесть? Точно, шесть. О, наверное, Губин так само делает. Пою, когда хочу. И желтая гитара его. Поищем желтые цвета флагах. Может быть, найдем подсказку. Так. Калмыкия. Первый балл. Джерси. А, есть, да, четвертый балл. Македония. Солнечная Македония, второй балл. Ну вот. Такс. Ник Уайлд и Джуди Хопс. Ник! Гад ты такой! Почему подножку мне подложил? Потому что тебе надо ферму работать, Джуди. Да. Сбегай-ка на ферму, посмотри, может, там Губин
работы. Фермером. У фермера, да. Может, Губин там дрова колет. Или сено заготавливает. Зерна. Да, зерна молочь. Мельница, да. Так что давай сбегай. А где эта ферма? Македонии. Македонский, третий бал. Ну ты давай больше не делай подножек, ладно? Ладно, дяди. Буратино. Буратино, по-моему, ты заблудился. Ну, это лес вообще-то. Ну да, я ищу папа Карло вообще-то. Да, и мне сказали, что в лесу можно найти подсказку. На границе. Джерсия. Ищи подсказку на границе. У Джерсия. Да, четвертый бал. Эх, ладно. Душа. Ну что ж. Ну что ж, в школу ходил? Ходил. Однако. Букву учил? Одно раз учил. Ну давай, посмотрим. Как ты там? Молоток. Так. Дверь. Скрипящие двери. В доме Нью-Джерси, пятый бал. Кастрюля. Ай-яй-яй, жрать нечего. Пустые кастрюли. Лев. Так. Чип и Дейл. Ага, мы спасатели. Прекращай смеяться, заяц. А где Рокки? Где Гаечка? И где Бжик? Сейчас они прибудут и нахлопают тебе по заднице. Не надо, я сам разберусь. О, ну давай. Вообще-то мы ищем Губина. Не видел никто тут Губина? Не видел, он только все в поиске в Джерси отправил все. Шестой бал. О, значит нам туда. Волк и заяц. Сейчас я тебе доберусь, заяц. Не смейся больше над Чипом и Дейлом, хорошо? Не отрезай, пожалуйста. Чик! Какой и чел, и существо из игры в кальмара. Да. Губина вы больше не увидите. Он уже давно... Он новый участник нашей новой... Игры в кальмара. Уберите этого страшилу. Лука и Альберто. Давайте будем все-таки верить лучше, что Губин все-таки не попал в эту игру кальмара. Он просто находится. Сейчас мы найдем подсказку. Лошадка. Он катается на лошадках. Кого сальтосе. Третий бал. Клоун. Дом. Дом в Джерси. Он живет в Джерси. Дом в Джерси. Шестой бал. Медведь. Вот. Надо верить в лучшее. И Чарджери. Поверни меня, пожалуйста. Опять этот оператор не может повернуть меня. Короче, Астерикс и Обеликс сказали... Что короче, это? Я хотел вам сказать, что Астерикс и Обеликс сказали, что надо выучить азбуку мне. И я буду сделать это. Мамонтенок! Мамы тоже вымерли. Дед Мороз. Новый год кончился. Следующий день уже будет День Святого Валентина. Да, завтра. Завтра. Кузя. Никаких Кузькин мать. Ну, помню Леопольда, я смотрела в детстве. Мне понравилось. Ну, Чип,
Ой. Не важно. Если что, я могу и вторую выучить для чести Андрея Губина. Эй, Лимпопо. Нету Африки тут, нету. К. Крокодил. И нету Африки крокодилов. Т. Детвора. Детвора какой-то. М. Мой кадыр. Не хочу мыться. Я же из электроника сделал. И я буду взорваться, если мой дадыр меня будет мыть. Не хочу. Никто не будет тебя мыть. У меня как раз телефон разрядился. Приходи ко мне на помощь. Иду к тебе, доктор Айболит. А теперь Астерикс и Обеликс вам будут помогать вам с песнями. Да? Песни? Песни. Сколько нас? Вы двое. Давай вторую. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Слышал? Обеликс. Нужно помочь девочке мяч вытащить из речки. Согласен, Астерикс. Поможем этой девочке. Вот. Только где она живет? Она живет в Македонии, в городе Скопье. Солнечная Македония, 5-й балл. Такс. Эй, извините. Мы с Джерри сейчас на такси в станцию. Короче, мы перестали гоняться друг с другом и стали мириться друг с другом. Да, и мы хотим в Лос-Альто себе попасть. Да, попутешествовать, отдохнуть от съемок всяких. И от этих погоней с тобой. Да. Так, ну давай, включайте музыку. Том и Джерри, сколько вместе букв? 3, 4, 5, 6, 8. Песня номер 8. Ну, так что перед дорогой нужно выспаться. Да, так как делают это белые медведи. И белые страны. А вы поищите, да, может быть найдете. Белый цвет в флагах есть где-нибудь? Так, тут нету. О, Джерси. 7-й балл. Калмыкия. 3-й балл. Уасальтос. 4-й балл. Ха-ха. Так, у меня идея. Давай, если каждый из нас пойдет к принцессам и найдет по сказочному предмету. Правильное решение, Сэнди. Но, Патрик, что ты там нашел? Я нашел русалку. И что ты с ней будешь делать? Целовать ее. Эй, ты, Патрик! Сейчас я тебя так проглочу! Так проглочу! В унитаз я тебя спущу! Не-не-не-не-не-не-не-не. Ну а ты, Сэнди, что там нашла? Какое-то зелье. Не пей, не пей! Козленочком станешь! Да не, не это, другая. Ну а ты, Спанч? Золушку нашел. А она взяла меня в руки и начала вытирать пыль. Ну а ты, Сквидвард? Рога нашел. Блин, и теперь я чуть-чуть пьяный. Да. Ну, Гарри. Коней нашел. Чем-то они такие волшебные. Волшебные кони. Потому что они потом превратились в мышей. Ну, Крабс, ты хоть что-то отдельное нашел? Белоснежку нашел. Да, и она рассказала про волшебное зеркало. Мистер Крабс сказал, что Губин сейчас в Джерси живет. Джерси? 8-й балл.
Ну, охоте. Кто разбил? Сквидвард. Не, Джана. Напился, иди спать! Не надо было взять рога, Сквидвард. Опять ты! В этот раз я тебя заставлю азбуку выучить. Готник, гот! Ласточка. Ласточка. Полет ласточки. Не смешно, Ник Уайлд. Карлсон. Так. Пропеллер, да, чё? Дюймовочка. Дюймовочка. Мальвина. Ни одну подсказку не нашла. Джуди. О, привет, Маша. Привет, Буратино. Меня Карла в школу послал учиться к вам. Буквам поможешь? Конечно, нажимай и слушай, Буратино. Маша, поиграй со мною. Буратино. Буратино. Давай после урока, да? Обязательно, обязательно. Дом. Дом Джерси. Да, 9-й балл. Коза. Луна. Нету тут луны. Ну все, я пошел играться. Да ну эту школу. Не бери плохого примера, Буратино. Школа – это нужная вещь. Правильно сказал. Да, так что еще раз можешь выучить азбуку. Лук. Лиса. Кот. Кит. Дом. Дятел. Джерси, 10-й балл. Муравей. Медведь. Ну вот, значит, мы узнали, что Губин живет в доме, в Джерси. Заяц, не надо! Не надо, я даже азбуку выучу! Заяц, не надо! Чик! Ну что? Не помогают вам ни подсказки. Так вот, Чип и Дейл, дай помочь Чип и Дейлу. О, не эти, вот они. Даже Чип и Дейл вам не поможет. Поможем, поможем. Потому что Губин находится в секретном месте, где пройдет следующая игра кальмара. Чип и Дейл, разберись с этим, как его там, коричневым мужиком. Да не слушайте его, не слушайте его. Мы спасатели, мы спасем и Губина, и всех спасем. Мотоцикл. Так, сейчас сядем на мотоцикл. И в Македонии. По всей Македонии, 6-й балл. Двери. Откроем двери, где Губина удерживают. 10-й балл. Пианино. Музыка играет. Да, дадим Губину поиграть в музыку. Калмыкия, 5 балл. Медведь. Так. Что там наши другие товарищи говорят? Я здесь. Я вызову эксперта, если что. Хотя у меня нету рук, если что. Но все-таки позвал эксперта, да, с помощью ноги. Так что Губин где-то рядом живет. Да, вы, знаете, доктор Айболит позвонил. Доктор Айболит позвонил и сказал, что эксперт готов. Эксперт ждет вас. Ладно, пойдем поищем. Так. Как-никак, я же зарядил телефон. Я зарядил телефон. Так, кто это у нас тут? Я игрок из ада. О, я тоже.
буду участвовать в играх кальмара. Нет. Мы вас обложили со всех сторон. Игнорите его, он просто бред несет. Лучше Губин находится в Джерси. Да, мы спасем Губина! Не слушайте Ламберта. Может быть, там где-нибудь Губин найдется. Наверное, Губин живет в Джерси. Так, будем искать Губина. Он где-то в Джерси живет. Спасателей мы уже отправили туда. Надеюсь, он найдется.